ребят, всем привет! Сегодня у нас в городе Арзамасе проходит официальный этап ИСПЛ-турнамент. Забралось немало машин. Участники приехали из 7 регионов России. Я сейчас постараюсь пробежаться по машинам, рассказать вам, кто к нам приехал. И, собственно, об этом и видео. Источником звука 80-й Пионер, фронт 320-ки и рупора Т40 Neo, и стоит два сабвуфера про этой серии, две штуки. Погнали, да? Мы не помним, как нас зовут, дорогой. Четыре Т-шки, пятнашки, ФИ, играют от Квазара, секции нитей 700 ампер или 770. Много усилителей Прайд, это на фронт, я так понимаю, концерт третий на одну дверь, концерт третий на другую, балансир активный. Че, погнали? На фронт здесь стоят 6 пар соло, да? Даймонд. 6 пар даймондов и 2 пищалки. Альфар Т-34. А что это такое? РДС, ТК. Рупора, динамики, САБ, ТЭЛ, ром, генератор. Короче, инструкция, чтобы пользоваться всегда. Like a son.
Играют от Квазара 24. Играют от Квазара. Пацаны, представляете, 156 плюс, да, уже? 156 плюс с багажника. Погнали! С чего свой путь я начинал? Корабль мой шел между скал, но через что Всевышний мне путь верный указал. ВАЗ-2111, водитель-любитель кофе, очень громкий, лютый фронт, Z850-е, 5 штук, и кикс. Лёха, что за киксы? Прототип. Короче, прототип и 4 пищалки, новенькие вот эти хэдшоты. В багажнике установлен лютый тыл, литий титанат. Я в истории в Инстаграм рассказывал вкратце про эту машину. На сабвуфер идет кикс 15-киловаттный. Их два, как вы видите. Что, послушаем? Давай. И усилители. Это 3-киловаттники на фронт? Полторашки. И 4400 в запаске. 4 штуки. Короче, очень много усилителей. Если вам интересно, напишите. Мы снимем полный обзор этой машины. Закрывай дверь, да? Без разницы, в принципе. Оформление. Банпас. Вот так вот это все выглядит. Порт очень маленький, компактный. И белая стена сзади. Очень мощная распорка. Он съемный. Порт съемный, да? Да. А ты на дорогу его снимаешь? Нет, так езжу. Источник звука. P80MP от компании Pioneer. Сигнал подается. iOS, да? Да, с iPhone, по стандарту, классически. Мы не любим флешки. У тебя два генератора стоит? Да. Клавиши включения первого генератора, клавиши включения второго и регулятор вольтажа. А что за прототип, Лёш? Что-то так вот какие-то, да, напоминают мне. Здесь вот P, да? E последний. Знакомо. Ну, эффективнее они, да, чем Z-ки. На двух открытых, как говорили, да? Без разницы. Thank you.
вот она, лютый 14-й. В том году она была с одной 18-кой, а сейчас с двумя. Две СТ-18 от моста Аполло качают. Фронт работает. ДБ-180.4, кватер на пищалке, море. Предохранители, титанат. Вот так вот выглядит гроб по две 18-ки. Давай, Лёх, включай. Ничего не знаем, машину только выгнали с гаража. Ну, у тебя рез нормальный, 155 плюс, ну, да? Вот, стрелял наугад на 35, чтобы наверняка, короче. Ну, красавчик. Коротенький обзор этой тачки был у нас на канале в прошлом году, да, мы в Муроме снимали. Да, было. Сейчас система полностью обновилась. Здесь стоит титанат, здесь установлен две уже СТ-шки, раньше была одна. Но тогда тоже, прям я помню, у меня ноги прям тряслись, как будто земля дрожала под ногами. Леха, дай пятюню. Давай, Дима. Спасибо, что приехал. Как у тебя ощущения? Супер. Расческа есть с собой? Да. Ну, это уже удача.